В эти выходные у Ледового дворца спорта «Кристалл» открылась новогодняя поляна. Ежедневно до 7 января тамбовские Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей в своей резиденции. До 7 января в своей тамбовской резиденции Дед Мороз будет встречать ребят. Целый год волшебник скучал по ребятам и готовился к Новому году. Он прибыл в Тамбов вместе со Снегурочкой на волшебном паровозике. Здравствуйте, девочки и мальчики, а также их родители. Я Дедушка Мороз. Я с удовольствием всех приму в избушке Деда Мороза чуть попозже. Заходите, вот всех жду с распростертыми объятиями. Мы всем будем дарить подарки, Дедушка Мороз и Снегурочка, поздравлять сладкие, вкусные подарки. Ну и также ребятишки могут принять участие в конкурсе, который у нас проходит. Дедушка Мороз и я приносят рисунки, различные подделки, и мы всех 7 января здесь на сцене ЛДС «Кристалл» будем награждать каждого ребенка. Пожелания и письма Деду Морозу и Снегурочке можно было отправить в этот же день. Совы и Сокол обязательно доставят послание. На новогодней поляне девчонки и мальчишки, а также их родители ежедневно смогут поплясать, поиграть с аниматорами и покататься на аттракционах, принять участие в конкурсах. А в день открытия вместе с главным зимним волшебником и его помощницей Снегурочкой гости праздника дали старт началу новогоднего веселья. Елочка, гори! И ура!